Видишь, Атя не идет, Ами. Он опять туда топит. Ать, я не пойду туда. Нет. Давай. Все будет зависеть от вас. Поначалу, понятно, будет тяжело, раз уже собака есть. Стой! Зачем ты убегаешь от нас? Лапа подскальзываются. На нее сладко и скользко. Амечка, на ручки хочешь? На ручки. Пойдешь? Ну, мое сладкое, ты хочешь на ручки? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, с разбега скази! С разбега. Боже. Ребят, очень холодно. Я в зимней куртке, в шапке, в костюме на флисе, в перчатках. У меня страшно текут слезы от ветра. Маникюр и педикюр. Да, моя любовь. Ами, не смотри на меня, это все он. Если бы не он, я бы вообще не вышла. Очень холодно. Ох. Офигеть. Какой ветер. Да, не, мама не плачет, это ветер. Ох. Ветер просто ледяной, ребят. Ой, и что ты на него смотришь? Это моя любовь. Да, уже идем. Ой, моя любовь. Вы серьезно хотите такой мороз? Нет, я не хочу такой мороз. Реально, когда было минус 10, не было так холодно, как сейчас. А, в ноль. Это просто какой-то ужас. Атя, нет, я не пойду больше. Ты прикалываешься, холодно. Пойдем, зай. Иди, твоя любимая часть. Иди. Стой, подожди. Покажу. Аккуратно, скользко. Поднялась. Молодец. Стой. Куда ты собралась без меня? Стоять. Матю ждем. Ой. Атя никак не уймется. Нет, Ами, стой. Что за бред вы пишете? Ребят, вот на такие вопросы, кроме как вот, ну, грубого ответа на про то, что я люблю кого-то больше, вы... Ами, стой. Ами. Вы получать не будете. Катенька, умоляю, пошли домой. Эта жучка отказывается по лестницам ходить. Ами, я тебя не вижу. Ами. Чтобы я видела тебя.
А, блядь, а этот опять в снегу. Посмотрите на него. Ты не успокоился еще. Бо, бедный нищий. Не хочешь домой идти, да? Мой бывший никогда и не жил в моем ЖК. У вас очень плохая информация. Да боже упаси, я же даже сейчас не смогу его взять на руки, он меня сожрет. Ать, пошли, пожалуйста, домой. Пожалуйста, пойдем домой. Прошу тебя. Пойдем. Амечка. Ань, давай домой. Атя по времени вечность. Он готов жить на улице. Почему один на поводке? Просто люблю ее больше, чем его.